Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Это мой новый канал, если вы не подписаны, подписывайтесь. И моя задача – помощь людям. Сегодня я вам расскажу о одном сервисе, который вам поможет делать превью, делать шапки и делать многое что, того, что люди хотят делать, чтобы их канал становился намного привлекательнее. Есть такой онлайн-сервис, в котором вы можете это все делать. То есть вы можете делать здесь превьюшки, можете фотоэффекты применять, можете свои фотографии переделывать. Давайте перейдем вот к фото. Давайте к простейшему перейдем. Есть вот вебка с эффектами. Вы можете, конечно, если у вас есть веб-камера, сфотографировать с веб-камеры, но мы сейчас сделаем проще. Мы выберем фотографию и чуть-чуть ее отредактируем прямо на ваших глазах, чтобы вам было понятнее вообще, что к чему, для чего этот сервис нужен. Ну, давайте выберем вот эту простейшую фотографию. И смотрите, здесь вы ее можете обрезать, здесь вы ее можете повернуть, как вам нужно. Иногда бывает, что фотография на телефон сфотографирована и не в нужном формате. Также здесь вы можете какой-то добавить текст, шрифт, размер здесь выбрать. Ну вот передний, задний фон, то есть задний фон, если вам нужен, тоже можете выбрать задний фон, какой цвет там будет. Ну и так далее. Посидите, попробуйте и все поймете. Также здесь есть фильтра. Например, если фотография получилась как-то не так, либо вам нужен какой-то спецэффект, вы можете выбрать любой спецэффект и сделать вашу фотографию так, как вам более интересно, более выгодно. И тут же эту фотографию можно скачать. То есть вот она, фотография у нас в PNG сохранилась. Также здесь есть Photoshop, который не нужно загружать на компьютер. Вы можете пройти, просто перейти по ссылке и создать, например, превью. То есть нажимаете «Создать», нажимаете «Открыть фотографию, которую вы будете вставлять». Вот так вот переносите. Вот так вот переносите и делаете превью. Здесь вы можете написать текст. Шрифты чуть-чуть загружаются. Вот, если вам текст какой-то нужен, пишите текст. Выбираете размер этого текста. То есть, чтобы вам уже выделить текст, который вы написали, вы выбираете размер текста, сохраняете его. И после этого также вы просто можете сохранить в любом формате, в котором вам более удобно. То есть нажимаете PNG или JPG. Здесь выбираете пиксели, сохранять пропорции, в каком качестве вам нужно сохранить. Жмете сохранить. И у вас сохраняется вот такая превьюшка. Сейчас она загрузится. Вот такая вот превьюшка, которую вы уже смело можете вставлять в свое видео. На этом я заканчиваю. Если видео понравилось, ставим лайки, пишем комментарии и подписываемся на канал. Будет еще интереснее.